Ребята, привет! Сегодня мы с вами обсудим разницу между похожими прилагательными comfortable и convenient. Поехали! Путаница в том, что оба слова переводятся на русский язык как «удобный». Но удобным может быть диван, а может быть и назначенное время. В русском языке разницы нет, однако в английском она все же есть. Поэтому давайте разбираться. Прилагательное comfortable означает комфортный, комфортабельный или дающий ощущение комфорта. Это прилагательное, как правило, относится к предметам. Это может быть мебель или одежда. It's such a comfortable bed. Это такая удобная кровать. These new shoes are not very comfortable. Эти новые туфли не очень удобные. This sweater is so comfortable. Этот свитер такой удобный. Также comfortable используется, когда речь идет о физическом или эмоциональном комфорте. Например, вы можете спросить: Are you comfortable? Тебе удобно? То есть тебе не жарко, не холодно, не больно? The patient is comfortable after his operation. Пациент чувствует себя комфортно после операции, то есть у него ничего не болит. He's more comfortable with computers than with people. Ему комфортнее с компьютерами, чем с людьми. Что же касается convenient, то это прилагательное скорее описывает какую-то ситуацию, действие, а не предметы. Иными словами, convenient – это что-то, не занимающее много времени и не идущее вразрез с вашими планами. Например, вы можете спросить вашего собеседника: «Тебе будет удобно встретиться сегодня вечером?» Is it convenient for you to meet this evening? Еще несколько примеров. Spaghetti is quick and convenient to make. Спагетти быстро и удобно готовить. I'll call you back at a more convenient time. Я перезвоню тебе в более удобное время. It's very convenient to pay by credit card. Платить кредиткой очень удобно. Air travel is fast, convenient and safe. Летать на самолетах быстро, удобно и безопасно. Также convenient используется, когда мы говорим о месте, которое находится поблизости или до него легко добраться. Например, we work in the area where we live. It's very convenient. Мы работаем в том же районе, где и живем. Это очень удобно. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Оставайтесь такими же упорными и любознательными. Пока-пока!